спустились с моста, с развязки на улицу Кроспилс. Такой ливень сейчас прошел. Мы были уже в Ценуку, а сейчас поедем в депо. Мы сейчас повернем на улицу Катлакална. Она начинается от этой Кроспилс и до Лубанас. Коротенькая улочка. Все именно красный. Вот такая улица. Такая промышленная. Раньше здесь были заводы. О, какие лужи. Сейчас здесь магазины строительные. Вот здесь вот Балтиком, оператор, телеоператор. Вот эти все магазины. Да, здесь и КПД был, и еще какие-то заводы. Сейчас понастроили. И впереди высится, это уже Плявники. На том перекрестке, на следующем, улица Лубанас, и за ней начинается Плявники, микрорайон. И вот мы по Лубановскому шоссе. Кстати, ограничивает район Плявники вот с этой стороны, с восточной. За этим частным сектором начинаются дома. Высотные дома, ну как высотные, девятиэтажки в основном в Плявниках. А мы едем в депо, магазин депо, очередное депо. Мы с вами были и на Краста в депо, а это Лубанас. Вот оно впереди. Юра все ищет колеса. Правильно называется, колеса или шины? Кому как нравится. Короче, как вам нравится, так и назовем. Вот слева выстроили уже, наверное, там что-то строили на пустыре. Вот виднеется какое-то здание. Это наше депо. Все для дома, для сада, для строительства. Сейчас будем парковку искать и в магазин. Вот такое. Они типичные все, одинаковые конструкции магазина депо. И вот что-то все-таки выстроили высокое. Интересно, что там будет. Здесь камины садовые. Украшения для сада. Вот. Сейчас мы зайдем в магазин. Дрова продают. Бутыли для вин. Обувь. Декоративная капуста. Вот это уличный камин. Что дело? Сейчас мы с Юрой пойдем. Ага, готовится Хэллоуин. Тыквочки различные, декоративные. Будут вырезать. Ну, здесь цветы из Голландии резаные, различные. И вот такой магазин у нас. Депо. Также продают луковичные семена, цветочные семена. Сейчас войдем. Так, обогреватели смотришь? Угу. Да, зима на носу. Ну, пойдем, где колеса. Юра все-таки присматривает обогреватели. Не знаю, зачем, у нас же печное отопление.
Так, здесь сахар по евро 31. Дороговато. Здесь отдел продуктовый. Можно купить продукты. Различные отделы. Вот все подписаны. И химия здесь, и туалетная бумага, и инструменты, и рабочая одежда, и садовая техника. Отделов много. И вглубь, и в ширину, и в длину. А мне самое главное здесь будет цветочный, в самом конце цветочный отдел. Мимо этих отделов я проходить не хочу и не могу, вот и колеса. Сейчас мы посмотрим вот такие цены. Ну, тут по размерам, Юра уже выбирает по размерам, потому что у нас допуски изменились. Зимой до 4 вроде бы миллиметров, если я не ошибаюсь. Вот. Пусть смотрит. Мне это не интересно. Так. Ага, уже веночки готовят. Вот. К Рождеству. Украшения кое-какие уже появляются. Здесь резиновая обувь. Нет, здесь нет. Еще вот в этом возрасте были украшения уже новогодние. Вот. Ага, здесь и птички. И животные маленькие, птички поют, там много этих попугайчиков, здесь корма, тележки, вот они, певцы и певуньи. Ах, какой красавчик! Красавчик. Вот он какой. Во всей красе. Вот. Ну, дружок. Ха-ха-ха. Танцуешь? Танцуешь. Это, наверное, не разлучники. Но этот вообще красавец. Ну, кто тут у нас? Питайся, малыш, питайся. А здесь... А здесь вот они. Ой, там черепашка. Черепашка там. Вот она какая. Так, на. Привет, друзья, привет. Ну, самый резвый парень. Да, да, да. Вот он как. Вот как он умеет. Ну, расскажи что-нибудь. Молодец, молодец. Так, Юра звонит, надо ответить. Здесь тоже есть колеса. Вот такие разные. Юра выбирает, какие ему нравятся. А мы будем выходить из этого магазина. Пока. Тут дрова для каминов. И вот еще колеса. Все? Не подходит ничего? Надо выезжать, понравится. Пойдем. Вот мы выезжаем на ротационное кольцо по кругу. Мы спустились с Луванас.
первый поворот будет дорога на Эрбили. Да. Вот так быстро выстроили микрорайон Убрака. Очень компактный такой мини-городок. Со всеми коммуникациями, с мойкой, автомойкой, с парковками, с детскими игровыми площадками. Вот впереди там Икея, торговый центр. А здесь можно на Мешцемс выехать, там на Юглу. А мы выезжаем на улицу Деглова. Вот она здесь кончается. И это граница, северная граница Плявники микрорайона вот с левой стороны. Здесь эти социальные дома. И еще строятся. Так. Мы едем сейчас в Плявники, заедем на улицу Сахарова. Так, одна из центральных. Там Юлкстас, Сахарова. А, в Мешцемс, хорошо. Юра решил еще в Мешцемс заехать. Мы там резину меняем. Может быть, там продают. Да. Здесь вот были склады Рими с правой стороны. Потом что-то прикрыли, их новые выстроили. Сейчас они есть. И сейчас опять. Но они перестраивали. Перестраивали. А это Плявники. Едем по Деглова. Улица Аугуста Деглова. Да, кругом у нас только логистика, склады, ни одного предприятия. Здесь торговый центр Максима. Так. А там уже Портсимс дома. Деглова улица разделяет два микрорайона с левой стороны от нас сейчас. Плявники, а направо Портсимс. Их несколько. Портсимс 1, 2, 3. Такие вот дела. Мы сейчас направо? Да. Угу. Мы по Убракас. Да, по улице Убракас едем в Мешцемс. Еще один микрорайон. Здесь были пустыри. Сейчас понастроили всяких офисов, да еще строят что-то. Там линовая целая. Склады лидовские. Так вот. Со всех сторон понастроили. Склады Юск, да. Одни склады у нас кругом. Одни магазины, одни торговые центры. Все, что осталось. Вот там на перекрестке уже. Светофабрика. Да. И авторемонт здесь, Юра, есть уже. То, что он есть, это. Ага. Ну, давай проедем до той мастерской. Мы поехали вперед. Мы возвращаемся обратно. Чуть не доехали до Мешцемса. Посмотрели там колеса. А сейчас... Китайские, но по дорогой цене. Есть намного дешевле. Ясно.
Ясно. Юру не устраивают цены. Дальше мы на Сахарова посмотрим, да? Да. Сейчас заедем тогда в Плявники на улицу Сахарова. Мы вновь на Деглова выехали. Слева Плявники, справа Курвцинс. Строят, да. Нашли клочок земли и строят. Конечно. Вот здесь вот была когда-то свалка. В 70-е годы ее закрыли. И вот недавно ее снесли. Оставили вот такой холм. Кепка Ушакова в народе прозывают. Это бывший мэр города Риги. Но пока наверх не пускают. Сказали, что там будут. Зато вот это освободилась площадка. Здесь площадка для отдыха. Стоят мангалы. Есть и разные спортивные площадки. Вот там школа видна. И самое главное, сделали проход. Вот такой тротуар проложили по полю. Из Плявников можно попасть в Пурцинс. Раньше была гора мусора. Вот такая же большая, как там. Так, и вот здесь вот конец улицы Сахарова. Мы поворачиваем на нее. Вот. А Юра ищет про... Сейчас я говорила уже вам, что по новым правилам зимняя резина, протектор должен быть не меньше 4,1. Ну, значит, до 4 миллиметров. Вот так вот. Все строже и строже. Будем поворачивать на Сахарова. Ну вот, мы въехали во двор. И здесь вот такой вот резина, диски, монтаж. Посмотрит и сравнит Юра цены. Все-таки выбираем, чтобы и качество, и цена устраивали. Вот здесь еще есть во дворе. В Плявниках вот такой колеса, диски и монтаж. Юра посмотрит цены, качество и будет выбирать из всех мест, которые мы сегодня посетили. Такие вот дела. Вот такие колеса Юрий приобрел. Да, и хорошо, видишь, 69, это шумность. Шумность даже определяется. Да. Вот такие 4 колеса. Да, молодец. Хорошие колеса. Главное, цена меня устраивает. Ну, вот здесь вот в Плявниках мы и купили колеса. По 37 евро. 4 колеса. Зимних. Вот. Китайцы, да. Здесь торговый центр Сахара. И это улица Лубанас. Мы сейчас повернем направо, чтобы заехать в Лидл. А прямо вперед идет улица Калпакална, по которой мы въезжали сюда. Вот мы выехали на Лубанас. Южная окраина Плявников. Здесь рынок. Когда-то он был больше по территории, но ее снесли, чтобы выстроить Lidl, немецкий магазин. Здесь мы часто бываем. Вот такая у нас переменчивая погода. Ветер, ливень и солнышко. Очередность соблюдается. Ну что ж, вот и конец нашей прогулки и поездки сегодня за колесами, за автоколесами. Сейчас мы зайдем за продуктами в Lidl и все. Спасибо вам, дорогие мои друзья, подписчики, гости канала. Спасибо за то, что были с нами. Будьте здоровы и счастливы. До свидания.